Акро-йога, дартс, фудкорты, мастер-классы по скаутингу и туризму. Третий ежегодный фестиваль «Урбан» и фестиваль социальных инициатив прошли в Дружковке. Основная идея организаторов – показать альтернативу пассивному отдыху. Больше расскажет Алексей Куделя. Два в одном. В этом году на площади перед стадионом «Машиностроитель» развернули сразу два фестиваля – «Юкрейзианс» и «Урбан». Двинься! Фестиваль «Урбан» в Дружковке проходит в третий раз. Его главная цель – показать и рассказать людям, как можно весело отдохнуть с пользой для здоровья. Мы стараемся сделать так, чтобы дружковчане, гости города, придя на наш фестиваль, могли отдохнуть всей семьей. Для взрослых у нас отдельные мастер-классы, интерактивы, спортивные занятия. Для детей детская анимация, арт-зона, арт-классы. Свои умения владеть собственным телом демонстрируют акробаты. Вам не страшно? Нет, я доверяю. Это жест доверия. Напрягай свои руки. И аккуратненько. Нет, вообще не тяжело. Главное, правильный баланс. Возможно, что-то и не получится. Как говорится, не все сразу. Мы пробуем буквально второй раз в своей жизни. Здесь же соревнования по игре в дартс, мастер-классы от скаутов и туристических клубов. Дружковчане и гости города идею фестиваля поддержали. Хорошее настроение, фестиваль очень красивый, все нам нравится. Если честно, я с Константиновки, я бы хотела, чтобы в моем городе такое. Это какое-то объединение, воскресенье чудесное времяпровождение. Я очень довольна, что мы попали сегодня в этот город. Организаторы фестиваля социальных инноваций «Юкрейзианс» призывают всех принимать активное участие в жизни города. Здесь могут родиться идеи, здесь могут родиться партнерства, и здесь может родиться настоящий активист, который будет не на словах, а на деле развивать свой город и страну. В числе участников фестиваля жители Бахмута, Славянска, Краматорска, Новогродовки, Торецка и Лимана. Изюминкой праздника стало выступление популярных украинских рок-групп. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал «Донбасс».